Добрый вечер. Начинаем первую часть государственного экзамена выпускников кафедры хорового дирижирования Красноярской государственной академии музыки и театра. Дирижирование концертной программы. В экзамене принимают участие хор студентов Красноярской государственной академии музыки и театра, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России, профессор Людмила Васильевна Краевая. Хоровой ансамбль солистов «Тебе поем», художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России, профессор Константин Александрович Якобсон. Хор Государственного театра оперы и балета, главный хормейстер Дмитрий Геннадьевич Ходыш. Анатолий Ушнарев. «Думы мои, думы» дирижирует Марина Севохина, класс старшего преподавателя Андрея Валерьевича Яковлева. Свадебная. Дирижирует Александра Валова, класс доцента Галины Григорьевны Козыревой. Еще хуже, но уже не туго, может,
Борис Снитков, хоровая свита «Рассвет в горах», номер 5. Дирижирует Агата Климова, класс-доцента Жанны Робертовны Макеевой.
Книга «Канцон» на стихи поэтов 17 века. Номер 1. Совет девушкам. Номер 2. Соловей. Номер 3. Завещание Скряги. Номер 4. Год урожайный. Номер 5. Альба. Песни рассвета. Солисты Елена Страмила, Ольга Русина, Татьяна Карпова. Номер 6. Благословим любовь. Дирижируют выпускники. Ольга Русина, Наталья Новикова. Класс доцента Светланы Валентиновны Адереевой. Татьяна Карпова. Класс профессора Людмилы Васильевны Краевой. Марина Гапоненко. Мария Шемякина. Класс доцента Светланы Валентиновны Адереевой. Алина Терехович. Класс профессора Людмилы Васильевны Краевой. Oh,
Продолжаем государственный экзамен. Феликс Мендельсон Бартольди, оратория «Илия». Дирижеры: Александра Валова, Марина Севохина, Агата Климова, Светлана Емельянова, Мария Шемякина, Ольга Русина, Марина Капоненко, Наташа Новикова, Алина Терехович. Концертмейстеры: Светлана Терещенко, Лидия Корнейчук, Сергей Маркин.